Я женщина-нигерша. Всем хай, с вами Ghost Wolf, и это игра Phasmophobia. Я собрал своих друзей, чтобы поиграть в эту замечательную игру. Она пока что находится в раннем доступе, но она уже достаточно хорошо сделана, и у нее есть механика. То есть, она прямо реально хороша. Это хоррор. И, в общем-то, перед началом ролика хотелось бы попросить вас подписаться на этот канал, поставить колокольчик рядом с подпиской, написать комментарий, посоветовать своим друзьям и, собственно, смотреть этот ролик. Всем приятного просмотра. Я быстро приседаю. Опа, я появился. О, все. Так, стойте, я беру книгу. Я камеру беру. Я ничего не беру. Я ключ взял. Я зеленый. Так, я беру рацию. Я ключ. Так, взял. Читаем задание. Определите эти призрака, сфотографируйте призрака, сфотографировать грязную воду в раковине, остановить призрака при помощи распятия. У нас нет распятия. Так, этого призрака зовут Лиза Тейлор. Он отвечает всем, опа, разозлить его называют. Лиза Тейлор! Не ори, пожалуйста. Не орите, пожалуйста. О, боже мой, я туда не иду, как хотите. Ребят, стойте, давайте, короче, зайдем туда и закричим. Не надо. А меня было слышно? Меня было слышно? Да, вот так говорит. Вот так это общий чат. Ребята, я ничего не вижу, если что. Так, я включил свет. Найдите свет. Я включил. Это весь свет? Да. Да хуй вы выключили. Господи, свети фонарик там. Господи, иди сюда. На меня свети. Вот это что так такое? На меня посвети. Чё мне? Это что-то включает и вырубает. Это свет. А-а-а. Это свет. А-а-а. Так вот что это было. Только не говорите мне, что с этим связано, серьезно. Со светом. Так. Ребят, посветите на меня посветите. Записка, ко мне идите. Я улику нашел, походу. О, постоянно серик сидит. А, нет, стоп. Так. Блять! А! А! Ёб твою мать! У меня в руках появилась игрушка, я обосрался. Так. Сколько мне кто... О, блять! Послушайте меня, пожалуйста. Короче, нам... Эй, куда? Стой! В смысле, чё? Подожди, если я её бросаю, чё с ней происходит? Стоп. What the fuck? Стой! Она может как забагованная, я не знаю, я не уверен. Блять, куда? Короче, забей на ее хрень. Да не. Все, она у меня в руках. Все, я ее не выпущу. Она... Короче, я говорю, нам надо найти комнату, где обитает дух. Если... Слушайте, если у вас пойдет пар изо рта, то значит в этой комнате есть логово духа. Значит, нам туда. Я топор нашел. Жро. Только не знаю, зачем он. Так, мы пока по низу побродим, а вы сверху. Еще раз ты свет выключишь, ты не хуй, я тебя... Заходи, твоя комната, поздравляю. Я не специально. А, ну туалет. А давайте все замутимся, короче, будем по рации общаться. Здесь, короче, в туалете, в зеркале топор, пацаны. О, это мне. Опа, грязная раковина. Тут грязную раковину надо было сфоткать. Ребят, давайте все замутимся, короче, будем общаться по рации. Йо, здесь спиритическая доска в ванной. А у меня нет рации. Ну, на В, на И. Вот так? Да. Вот так? Да. А, окей. Так, мутимся. Блять. Так, я иду. Можно не по рации общаться на В. На В говорить... Да, вот в этот чат, все, звезды. Вульф, меня посвети. У меня фонаря нет. Бля, ты не говори, ты в рацию, страшно, пиздец, чё, ёбнулся, что ли? Доска горит только в том случае, если ты на неё нажал. Не говори, блядь, тебя как в Вьетнаме. На второй этаж. Так, ну пойдём к ним. Да не говори ты по рации, ёбаный ты рот. Да не говори по рации, алё. Окей, буковку В нажимай английскую, а не по рации говори, блядь, на букву Б. Да это страшно, блядь. Это страшно, как ты не понимаешь. Блядь, фонарь, я испугался. Смотрите. Чё этот?
Ебать, тебя слышно, что это, блядь. А, да хрен на нее, господи. Она горит. Да и что? Нормально, да? Ты же нажала на горит. Да, это нормально. Ну ладно. А куда еще? Ну ладно, я четвертый куда, где? А четвертый умер. Я здесь. А, все, вижу. Здорово. А, на меня посмотрите, пожалуйста. Дайте фонарь, ребят. Как звали духа? Никто не помнит. Могу посмотреть. Лиза Тейлор ее зовут. Сейчас давай по рации поговорим. Лиза Тейлор. Лиза Тейлор, не хотите ли выйти на связь? Блять, что? Что? Стоп, тихо. Вы слышите это? Да. Блять, это ты со своим, блять, радио. Хуй. Люди, посветите, пожалуйста. Это... А, заебись. Сказал фамилию, да, понятно. Идем вниз. Блять. Шарик катится, слышь, алло. Лиза, ты... Блять, да вперед светите, дебилы! Света! Лиза! Дайте свет! Дайте, Лиза, Тейлор, не надо, нет! Блять, врубите свет! Я стою дверь, держу. Я стою, держу дверь. Я врубил свет. Это я здесь. Пацаны, смотрите, у меня какой-то отпечаток. Сканирую. Так, стой. Кого-то слишком громче. Блять, смотрите, вот, забернитесь. Уходим срочно. Блять, да пора... Дискорд. Ребят, выходите нахрен из здания срочно. Почему? Срочно выходите, там призрак и отпечатки. Это уже другое здание. Так, вы увидели отпечатки, да? А как увидеть? Призрачная аура, да? Или как? Мы ни одной не раскрыли. Я видел там чувака с серпом стоящего. Там тень. А как тень отметить? Это не Лиза Тейлор, алё. А, я один, да, говоришь? Так, идем в машину сейчас. Надо обсудить все. Не говоришь через игру этот, как там тебя, как у тебя, блядь, ник? Макс, я говорю, я говорю. Макс, короче, не говори через игру, тебя слышно, как в самолете, блядь. Так, давайте посмотрим, какой призрак имеет теневую форму. Да я ебу, что В журнале написано все. Максимум, что я тебе скажу, я обосрался. Тень застенчивый призрак, охуеть, тень прекращает любую деятельность, если рядом находится сразу несколько человек. Тут всем пайперсы менять надо. Так, ребят, это точно не тень, потому что если бы это была тень, она бы так сильно не хреначила. Больше всего за эту экспедицию пострадало очко Путина. Понимаю. Такие вот. Так, ревенант, медленный, но жестокий призрак. Может быть это фантом? Пока ждем, смотрим. Мара, источник всех кошмарных сновидений, наиболее сильна в темноте. Мара будет склонна атаковать подлоком темноты. Блять, сука, пошла в пизду, она там, да ну его нахуй, блять. Она там? Да ну вас нахуй, блять. Так, Джин. Она там? Где? Я хочу ее увидеть. А зайди в дом, закрой за собой дверь и развлекайся. Стой, я подожди, стой. Не, серьезно, зайди в дом, закрой дверь. О, на свете выключил. Опять. Зайди в дом, закрой дверь, я их увидел. Сейчас я приду. А где она стояла? Нет, ты первый. Я тогда первый заходил. А что, ты же хотел заходить, давай, иди. Я камеру поставлю здесь, прихожу, короче, вы как хотите. Чё-то как будто... Чё-то как будто... Да, призраку способны вселяться. А как камеру поставить? А, это не фантом. Это не фантом. А если был бы фантом, в кого-нибудь из вас вселились бы. Да. Какую камеру поставить? Как правило... Камеру ставь в той комнате, где холодно. Холодно мы еще не нашли. Я потом и заберу, как поставить сейчас. Да я ебу, что ли, а как поставить? Нажми на правую кнопку мыши и на F. Ну, наведись на что-нибудь. Так, возможно, это банши, потому что у нас в заданиях написано про распятие, а здесь банши боятся распятия. Макс, я с тобой, если что. Я знаю. Так. Банши, говоришь?
На ком-то... Держу в курсе, что на ком-то из вас сейчас сфокусировался банши. Если это банши. За вами будут охотиться за кем-то, я не знаю за кем. А! Свет! Я понял. Блять, ребят, у меня у одного только вот эта ёбаная кукла, блять, которая по всему дому летает, как дикобраз, блять. Так, чё там? Здравствуйте! Лиза Тейлор, ту-ту-ту-ту-ту-ту! Лиза Тейлор! Да не орите в микро, господи! Говорите в дискорде теперь уже. Лиза Тейлор. У меня датчик активности, мне страшно. Блять, что с этим так, делать? Мы, где мы обнаружили подозрительную активность? Пойдемте на второй этаж. Мы ребят. Кукла в подвал провалилась. Да похрен, пойдем. Светите фонариком, пожалуйста. У меня нет фонаря, ребят, дайте фонарь. Так, здесь была подозрительная активность. Вон он мячик, давай. Вы где, блять? Мы на втором этаже. Вы где? На втором этаже. Твою мать, опять выключился свет. Да ну в пизду, я валю, бля, я на первом тут свет отключил, пиздец, ну. Сука, так, свети в угол, свети в угол, свети в угол, жми. Отпечатки в этой комнате. Так, А, он идет! Где? Он тут здесь, вот в этой комнате освещен. Выходи. Я видел его. Так, дайте мне фонарь. В освещенной комнате идут отпечатки. Дайте мне обычный фонарь. У кого фонарь обычный, дайте ему. Давай, так, смотри, за покажу, мной. Смотри. Видишь? Вижу, я уже отметил в журнале, блядь, то, что они есть. Ёбаный рот. Рел отпечатки. Пойдемте наверх. А вам свет не нужен? Я с фонариком. Так, давайте положим здесь журнал, чтобы, если что, дух здесь написал. Да не вырубайте свет, ёбаный. Мне послышалось или здесь где-то... Элиза Тейлор, если вы хотите пообщаться, пишите в журнале. Один на один, давай будет чисто по-мужски, знаешь? Ты такие вещи не говори здесь, ладно? Да ты, слышь ты, сыпила, давай, выходи один на один, я тебя... Потише. Слышь ты, Лиза Тейлор, или как тебя там зовут? Ну ты, вот, выходи давай. Ты зачем дверь разбираешь? Паркур, эти кавказские видео, Лиза Тейлор, да, молчи, пожалуйста. Допизделся. Блять, долбоёб. Ты призрака довёл, походу. Если ты сейчас закрыта дверь, нам конец. Эй, кавказский движение, движение. Свет кто включать-то будет? Пиздец. Гости весело? Мне вообще пох. Я посрался три раза. Так, мне надо пообщаться с призраком, побудьте потише, пожалуйста. Лиза Тейлор, давай, ебаш. Элиза Тейлор, если вы хотите пообщаться, дайте знак. Элиза Тейлор, выйдите на связь. Где же, пацаны? Я смотрю ваше состояние психическое тогда, я внизу. Элиза Тейлор, пообщайтесь, пожалуйста, с нами. Понял. Блять. Понял, все, не буду разговаривать, я вас понял. Дверь закрылась, нам конец. Вы, Мария. Блять. Активность повышается. Пацаны, откройте дверь. Давай, ты нахуй выходить. Пацаны, очень большой пик активности был того, что проходит. Так, надо что-то с этим делать, я не знаю. Нет, у вас нахер, ходите сами по этому. Пацаны, активность растет, она что-то там делает. Это вообще-то мы идем, дебил. А, да, я наша активность тоже считается. Так, ребятки, что будем делать? Однако. А что будет, если кто-то с ума сойдет? Меня убьет кто-то. А, ты сдохнешь. Да. Кого-то убьет. Ты сдохнешь. Так, по рации она не выходит на связь. Рацию выкидываем. У меня просто она уже низкий раз. По книге она тоже пока общаться не хочет. Значит, это, возможно, не то место. Дайте, пожалуйста, мне детектор активности. Держи. Возьми фонарь, пожалуйста. Я хожу с ультрафиолетом. На. Вообще такое себе. Спасибо, наконец-таки. Так. Я вообще с одной камерой хожу. Так, а у кого камера, кстати, есть? Видео. Вы ее поставили уже? У меня. Давай сюда, давай сюда. А как фонарик включить на плечи? Никак. Это просто метка, типа. Что он там творит? Смотри, что делает.
веселиться. Короче, пойдем. Я здесь, пожалуй. Сегодня я команду порадую. Да похрен, пусть на камерах стоит, смотрит, я сейчас все равно ставить ее буду. Блять, страшно мне нахер туда идти. У нас один чел. У нас фонаря нет. Ребят, вы камеры-то хоть поставили, у меня ни одной камеры нет. Блять, свет вырубили. Помари, дай ус пульт. Я свечу. Включай. Включай свет. А? Так. Что это я? Так, надо поставить ее в коридоре. Вот в этом. Окей, давай. Ставь, давай, я жду. Понял. Это я был. Окей. Я хотел уже. Подожди, почему не ставится здесь? Ладно, не ставится. А почему здесь дверь закрыта? Потому что вот мы ее закрыли, наверное. Я закрыл дверь, да. Здесь вы видели еще мячик качил? Может, так, я поставил. А ты видишь что-нибудь? А, нет. Вообще никаких частиц, ничего? А, ноль из одной камеры, алло. Ой, ноль из одной, я ее не включил. Да. Пацаны, теперь, а вот видите, вон там вот дальнюю дверь, это кто ее? А, я вижу, слышь, голос, я вижу тебя. Каким образом? Или это не ты? Я. Ой, блядь, здорово, негр. Так, никаких здорово. Частиц не видишь, да? Негр вижу. Нихуя так, не значит, не это, возможно, даже не этот... О, чё, кто камеру? Это я забрал, господи. Сука, дебил, блядь. Даже тут страшно, блядь, дебил. Так, что у нас тут? Здесь у нас игрушки, у нас тут зеркало. Да вы тоже следите за звуками, как бы, если что услышите, говорите. Только не слишком громко. Кто-то ходит, вон там. Будет, сверху? Да. Пойдем. Может, это просто под скрип? Так, мы здесь не были. Лучше бы и не быть, по факту. А дверь открыта. Так, давайте выйдем отсюда нахрен. Мне не нравится это место. Без фонарика уж тем более. Ты, может, камеру оставишь? Так, пойдем наверх. Какой наверх? Так, я ставлю камеру. Ой, давай, подожди. Вижу, подожди. Камеру, сейчас переключаюсь. Ставлю. Оп. Переключился на камеру. Это ты крышку кинул? Да. Вижу додика. Наблюдаю додика. Я смотрю ультрафиолет и ничего. Вижу двух додика. Вижу трех додика. Лиза Тейлор, пообщайтесь с нами, я оставлю вам книгу. Нига, вернись назад. Пойдем отсюда. Здорово. Эй, бля, камеру не трогай, эй, бля. А вы нашли комнату, где это холод? Предполагаем, что это она. Да? Но не у всех духов есть холод, как бы, да. Поэтому Я понятия не имею, что где. Как здесь свет включить? Ой-ой-ой, какая комната? Понятно. А, камера отключилась. А, нет, стоп, все, заебись. Понятно. А пойдем включать свет снова. Да, у вас свет вырубился. Будьте осторожнее. Кто идет с фонариком? Пусть он идет. Я иди включай. Смотрю дверь. А, у меня нет фонарика. Вырубайся. Все, пойдем наверх. А кто в коридоре выключал свет? Наверху пусто пока что. Это она выключила свет, в коридоре никто его не выключает. Так, идем. Куда идем? Не знаете, мне кажется, это вот эта комната. По комнатам. Вот эта комната. Да подожди пока. Мы еще не все обошли. А не там где топор? И там где топор? Да кто узнает, может и там. Так, сральник. Ничего здесь нет. Так, пойдем отсюда дальше. Так, посветите сюда, вот, спасибо. Светите сюда. Проверьте состояние нашей песни. Так, здесь что-то тихо как-то. Попробую пообщаться с духом. Лиза кто? Лиза Тейлор. Лиза Тейлор, если ты здесь, подай нам знак. Сейчас, подай свет, вырубит опять. По рации попробуй. Лиза Тейлор, если ты здесь, подай нам знак. Именно предметом. У кого сука, рация? Сука, дебилы, блять, кто сейчас сказал по рации что-то? Я. Там на верхнем этаже, ваза упала. Ваза упала сверху? Да? Да. Где-то камеру поставили. А там свет не горит, кстати. Блять, сука! Ты чё? Там, вы сейчас...
до тебя вот кто фонарик включил или свет, там призрак прошелся. Забавная ситуация. А где ваза упала? На ага, понял, это не ваза, это баллончик с краской. Это я его бросил. Алло. Там еще что-то, да? Упало, знаешь. Это я его бросил. Я бросал баллончик. Проверь наше психическое состояние. Так, она ничего не написала? Ребята! Ничего не пишет. Что? Ребята! Что? Возвращайтесь-ка быстро сюда. А, что-то происходит? Я отсюда вижу на втором этаже какую-то серебряную хуйню. Да? Пока из вас там никто не прошел. В туалете? Ну идем. О-о-о! Помигай-ка вот сейчас, вот что-то делаешь. Это свет мигает, у нас дверь закрыта. Ой-ой-ой, она здесь! Я видел. Пойду... Да, это она была, это она была. Откройте дверь, пожалуйста. Я иду. Так, здесь кто-то был? Я говорю же, я, пацаны, я же говорю... Дайте фонарь. Кто-то был. Да, это в окне было. Дайте фонарь. Я сфоткал, но там было только две руки ваши. Я умер, пацаны. Так, заберите. А, я скинул скриншот, короче, Опа, а кто сдох-то? Я. Он сдох. Нулевка. А, короче, вот где у меня прицел, там кто-то стоял. Там еще свет мигал, кто-то из ваших делал. Банка покатилась. Да. Здесь? Так может, инфосотка, что здесь он живет. Да, он здесь. Тетрадку и... надо вставить. Поставь туда камеру. Ставлю сейчас. Да, вижу камеру. Подожди, еще не все. Блять, что? Я где? Я скрип слышал. Так, я поставил. Это все, что? Это был не я. Это был не я. Поставить? Так, дайте мне тетрадку. Это я не выключал. Свет мигал. Иди за мной сюда. А я вам скажу, если твоих оно не убьет. Я что-то вижу. Я призрака отсюда, если что вижу. Где он появляется? Как ее еще раз зовут? Элиза Тейлор, если вы хотите выйти с нами на... Вон он! Блядь! Я видел. Она у вас в комнате только что была, дебилы! Я видел. Она только что вышла отсюда, вы что, рофлите, что ли? Мы видели. Это бабка старая какая-то. С сербом. Ёбаный, вы дебилы. Я её успел увидеть, блядь. Так, я свет не выключил. А как думаете, кто это? Она заспаунилась просто у вас, алло. А что с психическим состоянием? У меня, походу, все плохо. А у меня? А, нет, у меня все отлично, у меня 76. У вас по 30, блядь. У меня 29. Гос, возвращайся. Давай вернемся. У нас психическое состояние. Так, смотрим сейчас. Так, мы видели. Что мы видели? Мы видели датчик. Сейчас посмотрим. Датчик. Улика, датчик. 5 ЭДС, окей. Я на это уже совсем мёрзл, я так понимаю. Да. Теперь ты только за нами смотреть можешь. Так, что там по камере происходит? Ничего. Тогда посмотрим бестиарий. Так, у нас в блокноте написано то, что были отпечатки и датчик. На датчике отобразилось. Кто у нас такой умный? Так, датчик, отпечатки. Так, блокнот. Так, ревенант. Медлительный, но жестокий призрак будет атаковать всех без разбору. Двигается гораздо быстрее, когда выходит на охоту. Может, это он? Если спрятаться от ревенанта, это заставит его двигаться очень медленно. Ну, вообще, по идее, он как-то не особо быстро двигался. Ну да. Но отпечатки и датчик он прошел. Блокнот пока нет. Сейчас подождем, что с блокнотом будет. Банка упала с полки. Только что. И покатилась. Кто это? Похож на ревенанта. Кажется. Банка катится, он упал с полки и покатилась. Ну да, он, да. Так, без тебя. Так, да, я пойду, наверное, тогда туда. Посмотрю, что с блокнотом. Если. А я там куку, кстати, нашел в этой комнате. Здорово. А теперь кук. Там кукла в этой комнате осталась, она провалилась еще вот под пол. Если я не вернусь, помните меня молодым. Я с тобой.
А, иди с ним, потому что если я... А у нас... А что делать, если психическое состояние? Да я откуда знаю. Сдохнешь ты, всё. А как его восстанавливать? Никак. Выполняй до конца его. А может ты сходишь? Слушай, ты чё-то... У тебя 73% от всей здесь. А если я... Дебил, она у вас! Где? Там только что рядом с тобой она прошла, Госфульт, ты её не видел? Она слева от тебя прошла. Слушай, троф, пожалуйста, свети, блядь, я боюсь. Да она слева от тебя прям прошла. Я не знаю, почему ты ее не увидел. Она написала на книге «Тревенант». Валим отсюда, валим. Ходим, выходим. Закрывай дверь, на. Чёртовой матери. Все. Я не успел его сфоткать. Что-то похрен. Призрака найдено вот так, подожди. Вид призрака Ревенант. Всего лишь бонусы. Ревенант, я поставил Ревенант. Так, смотри, что написано. Live or die. Уходите или умрите. Замечательно, спасибо. Ну, блядь, удачи. Так, подожди, давай тогда вернем камеру. Вы свет, что ли, там не выключили? Да, да. Дай мне фонарик. Я думаю, человек светло нахуй. Троф, дай фонарик. Я отсюда и пойдем со мной забирать вещи. Тип призрака мы отведили, сфотографировать призрака, блять, а как его сфоткать-то? Дайте мне камеру, алло, ребята. А что, здесь есть демоны? Да, за мной гнался демоны. Сегодня. Демона ты сразу увидишь. Они хуета. А они типа выглядят они как рогатые черти. Эти, карлики. Без лица. Мы уходим. О, камеру. Так, валим отсюда. Так, мы вроде больше ничего здесь не оставили, все. А подожди, а в коридоре, труп. Так, все забрали, а его можно оставить. Да тебя никак не возродить, и все, ты сдох. Ой, там свет мигал. Вон она слева в той комнате ходила сейчас. Знаешь, я сейчас подумал, короче, я ее много раз видел, но я ее не сфотографировал. Фу, все. Из того, что мы сделали, мы это... Да. Определите призрака, все. Мы еще 20 баксов заработаем. Ну, клевое, что ли? Грязная вода еще, грязная вода. Мы сфотографировали ее? Нет. Ну. Для первого раза, в принципе, неплохо. Я думаю, нам нужно камеры купить побольше. 10 баксов. Я ничего не заработал. Я тоже. У меня 85 баксов. А, это... Подожди, это можно надо было каждому из нас сделать. Угу. Лол. Я ебу? А, наверное, лол. А, ребят, у меня 85 баксов, что покупать, говорите. В общем, всем спасибо за просмотр. Пишите коммент под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Не забывайте про новые ролики, благодаря колокольчику с подпиской. И всем спасибо, всем пока-пока. Почем, блядь, почем пути? Ярик, блядь, пиздец, пиздец, Ярик, блядь.